Расскажите, за что задержаны сотрудниками? За перевозку крупной партии препарата Лирихи. Вез с Москвы в город Каспийск. За перевозку он должен был получить определенную сумму денег в размере 100 тысяч рублей. Как часто вы перевозили? Третий раз вот сейчас. Три раза. В каком количестве перевозили? Два чемодана. Количество какое было, знаете? 2000 или 100. 2000 пластин. Где приобрели вы его? В Москве. В аптеке. За что доставлено его полиции? Заказала товар перевозчику в Москву. И он должен был привезти лирику. На какую сумму был товар? На 2 миллиона 400. Перевозчику, курьеру, что за это обещали? 100 тысяч рублей. А с товаром что намеревались сделать? Реализовать. Ранее судимы? Да. По каким статьям? 228. В каком году? В 2017.